Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня я буду шить одеяло-конверт с капюшоном. Для этого я буду использовать хлопковую ткань двух расцветок. Одна расцветка розовая у меня уже простегана с утеплителем. Утеплитель плотностью 120 грамм. И для того, чтобы шить конверт, мне необходимо выкроить две детали размером 82 на 82 сантиметра, а также капюшон. И я уже вырезала два квадрата размером 82 на 82. Для того, чтобы шить капюшон, мне необходимо вырезать два треугольника. Для этого я просто беру отрез ткани, прикладываю его на угол и определяюсь с размером капюшона. Затем ставлю отметки по краям, рисую треугольник согласно этим отметкам и вырезаю. Беру два треугольника, складываю их лицевой стороной вовнутрь, скалываю иголками и прошиваю по самому длинному срезу. Затем выворачиваю на лицевую сторону и прошиваю по лицевой стороне, отступая от края 0,5 мм. И теперь я буду сшивать полностью все одеяло. Беру одну деталь одеяла, ложу ее лицевой стороной наверх. Сверху на уголок ложу капюшон. И сверху лицевой стороной вовнутрь ложу вторую деталь одеяла. Скалываю иголками и сшиваю на швейной машине. Оставляю также небольшое отверстие размером 10-15 сантиметров для того, чтобы потом вывернуть конверт на лицевую сторону. Я уже прошила конверт, теперь обрезаю уголки, выворачиваю конверт и зашиваю отверстие.
И теперь с лицевой стороны прошиваю конверт, отступая от края 0,5 мм. И вот такое у меня получилось одеяло с капюшоном, которое можно также использовать как конверт, а в дальнейшем как коврик для игр. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Будут вопросы, пишите в комментариях. Также жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И на этом все. Я с вами прощаюсь. Всем пока!